Уважаемые товарищи, я хотел бы от фракции КПРФ законодательного Санкт-Петербурга сердечно вас приветствовать и выразить свою благодарность участникам конференции, тем более, что она у нас сегодня юбилейная. Я почти на всех конференциях бывал и считаю, что эта конференция очень плодотворная, очень нужная, тем более, что не проходит вот 22 апреля, когда мы возлагаем дань свое глубочайшее уважение Владимиру Ильичу Ленину. История революционной России не только наше славное прошлое. Если быть точным, это больше, чем славное прошлое. Это неисчерпаемый положительный ресурс, без которого нельзя сформировать полноценное национально-патриотическое самосознание, немыслимое воспитание социально активной личности с развитым общественными интересами и обостренным чувством справедливости. И, наконец, без использования этого ресурса невозможно в полном объеме адекватно осмыслить проблемы России, в том числе и в современных условиях и тенденции их развития. На моем недавнем юбилее, на котором присутствовали и мои коллеги, товарищи, и вице-губернаторы, губернатор, директора высших учебных заведений, я губернатору нашел время и подошел и сказал, что мы, вот наша страна, готовится к Октябрьской революции. Надо, чтобы к этому, к этой дате подключилось и правительство. Он, да, надо будет продумать. Сегодня я написал большое обращение губернатору и еще не послал, но вот приеду сейчас с работы, обязательно ему либо пошлю, либо отвезу в Смольный, чтобы этот праздник отметили и на уровне государства, на уровне комитета по культуре, на уровне комитета по печати, на уровне молодежном комитете и так далее. Мы об этом вчера говорили и в радиостанции «Балтика». Сказано, объясняется многое в том числе то, что история революционного движения была и остается объектом злобных нападок и фальсификаций со стороны наших политических противников. В современной новокапиталистической России процесс переоценки, ревизии крупнейших знаковых событий и явлений заметно активизировался уже сейчас при подготовке к столетию Великой Октябрьской революции. Целенаправленно и с особым цинизмом извращают все, что связано с именем и деятельностью Ленина, в частности, с его отношением к террору, как верх предвзятости и профессионального бесстыдства. К примеру, можно охарактеризовать одну из передач не без известного телепакостника Сванидзе, называющего фальшивую версию о Ленине-террористе. Революционное наследие – часть нашей славной истории. Оно как никогда нуждается в защите, и этому посвящена наша сегодняшняя конференция. Проблема террора и терроризма занимает довольно значительное место в идейном наследии Владимира Ильича Ленина. Показательный факт, что если судить по справочному тому, то к этой проблеме он возвращается в 33 из 55 томов полного собрания сочинений. В них статьи, доклады, выступления, письма, проекты, резолюции и так далее. В своем истолковании террора Ленин, несомненно, опирался на марксистскую теорию о роли насилия в истории. Когда-то Маркс говорил и называл насилие повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Оно насилие всегда сопряжено с применением тем или иным классом по отношению к другим классам и социальным группам различных форм принуждения, вплоть до вооруженных мер воздействия. Применительно к пролетарской революции рабочего класса
Ленин еще в 1899 году подчеркивал, что он предпочел бы, конечно, мирно взять в свои руки власть, но, будучи реальным политиком, предупреждал, вероятность того, что буржуазия пойдет на мирные уступки пролетариату, крайне мала. Скорее, следует ожидать, что в решительный момент она прибегнет к защите своих привилегий насилием. Тогда, по словам Ленина, рабочему классу не останется другого пути для осуществления своей цели, кроме революции. Отказ от революционного захвата власти он считал в этой ситуации недопустимым, характеризуя его как безрассудство и позорную уступку перед буржуазией и всеми имущими классами. К этому времени рабочее движение уже имело опыт Парижской коммуны, поучительный созданием не только нового типа власти, но и своими ошибками. Если быть, может, самая роковая из них – великодушие, совестливость коммунаров, не захвативших, по словам Маркса, не захотевших начинать гражданскую войну. Готовясь к докладу для русской колонии политэмигрантов Женевы, март 1905 год, Ленин приводит подчеркнутые из книги французского историка Лисагарля цифры жертв коммуны от контрреволюционного террора. Версальцев – 20 тысяч убитых на улицах, 3 тысячи умерло в тюрьмах. Военным судом осуждено 137 тысяч, из них 80 женщин, 60 детей. Уроки следующие из истории падения коммуны. Буржуазия пойдет на все. Ленин подчеркивает – на все. И продолжает: сегодня либералы, радикалы, республиканцы, завтра измена, расстрелы, самостоятельная организация пролетариата, классовая борьба, гражданская война. На плечах коммуны стоим мы все в теперешнем движении. Трагедия коммунаров взывали к бдительности, и Ленин никогда об этой бдительности не терял внимания, всегда говорил, особенно после декабрьского 1905 года вооруженного восстания в Москве, ставшего кульминацией первой русской революции и подавленного, по словам Ленина, с неслыханными зверствами, рабочему движению пришлось пережить в России страницы своей истории самые тяжелые и самые кровавые. Только с 1907 по 1909 годы были осуждены более 20 тысяч человек, в том числе свыше тысячи приговорены смертной казни. Вооруженное восстание 25 октября 1917 года в Петрограде положило начало Великой Октябрьской социалистической революции. Прошло с малыми жертвами, почти бескровно. Всего было убитых 6 и 50 раненых. Для сравнения, февральская революция, названная буржуазной, славной, унесла немного больше человеческой жизни. Только в столице империи потери восставших составляли 179 убитых и 1200 раненых. Мы знаем с вами шествие советской власти. Оно тоже встретило понимание, и в большинстве областей страны установилась советская власть без гражданской войны, и только в 14-е буржуазия оказала отчаянное сопротивление и пришлось применять насилие. За 4 месяца понадобившие советам утвердить свою власть, писал Вильямс, было убито с обеих сторон менее одного человека на каждые 3000 человек, то есть 50 тысяч человек. Гражданская война была навязана России прежде всего извне. Благодаря вмешательству государств Антанта, благодаря отчаянному сопротивлению буржуазии и, к сожалению, так называемых многих демократических или социалистических партий, которые они себя называли, то есть предательству меньшевиков. И здесь террор опять-таки начался не со стороны белых, не со стороны красных, а именно со стороны белых. Мы знаем, что по неполным данным, относящихся к 13 губерниях, за последние месяцы 18 года белогвардейцы расстреляли 23 тысячи человек. Режим массового террора воцарился в Сибири, где военная диктатура Колчака
В жестокости верховный правитель и его сотрудники превзошли царские власти. Число арестованных осенью было 75 тысяч. Дороги Сибири были увешаны виселицами, как об этом многие писали зарубежные истории. И внутри страны также буржуазия перешла к белому террору. В результате погибли комиссар печати Володарский, Урицкий. 30 августа 1918 года эсерами террористка Каплан тяжело ранила Ленина. И уже только после этого, 5 сентября 1918 года, совнарком РСФСР по докладу Дзержинского принял постановление о защите революции путем террора. Красный террор стал операцией возмездия кравших тех, кто сеял смерть и разрушение. И об этом мы должны говорить, об этом мы должны писать, особенно сейчас. Надо сказать, что в настоящей России, к сожалению, произошло то, что памятники ставили ведь больше как раз тем, кто развязывал этот террор, кто несет за него ответственность, в том числе и самодержавцу Николаю II, в том числе верховному правителю Сибири, одному из зачинателей кровавого безумного, палачу финской рабочей революции Маннергейму. Памятник вроде бы не устанавливают, но зато торжественно организовали фотовыставку, и в Петербурге одновременно сносят памятники тем, кто олицетворяет революцию, Ленину, Дзержинскую. Отменен в качестве государственного праздника Великий Октябрь, то есть 7 ноября. В этой системе, кричащих противоречиями и конфликтами в современной России, и главная задача и причина терроризма именно социальное положение недовольства трудящихся масс, терроризма изощренного и многоликого. Одна из разновидностей терроризма экстремистов и сепаратистов, орудующих на Украине и ряда территорий республик Закавказья и Средней Азии. Его опасность для простых граждан, для безопасности и целостности не нуждается в особых комментариях. Настолько сегодня она очевидна. Вопрос в другом. Насколько успешной может быть борьба с этим злом и можно ли рассчитывать на ее полное искоренение при существующих условиях? Немногие готовы будут дать ответ при исполненной оптимизма. При поддержке США и их западных союзников возникли террористические государства, прежде всего ИГИЛ из бывших стран Сирии, Ливии, Ирака. Россия – одна из немногих стран мира, которая оказывает военно-техническую и материальную помощь Сирии в борьбе с этой чумой 21 века, защищая и свои собственные интересы, защищая свои границы, и в этом плане мы полностью ее поддерживаем. Незамеченной оказалась в нашей прессе последняя террористическая, как часто называют, акция в Нагорном Карабахе. Вчера армянское землячество в Санкт-Петербурге провело конференцию, посвященную геноциду армянского народа 2013-2024 года, и были там участники вот этих событий в Карабахе, которые произошли 1-5 апреля. Они все ученые, воедино говорят, что это не был конфликт, это была самая настоящая война, пятидневная война, потому что и самолеты, и особенно пилотники, и наемники, бородатые и турецкие, в том числе игиловцы, и поступали они с пленными, либо с теми, кого захватывали, точно так же, как игиловцы отрубали голову, отрубали уши, и погибло около 1000 человек со стороны армян. И, как они говорят, армянские, таких источников нет, что около нескольких тысяч до сих пор лежат трупов вот этих боевиков, потому что Нагорный Карабах, автономия, дала такой сокрушительный удар. Но меня поразило другое, поразило
вот этот патриотизм армянского народа, патриотизм мальчиков и девочек, пришлось ставить на границе кордоны, чтобы защитить вот этих, чтобы не шли туда мальчики. 11-классники, 10-классники, девушки, пенсионеры с винтовками, с карабинами. Это такое было национальное чувство, что вот один из ученых говорит, такое явление, что взятку впервые давали, чтобы пропустили пограничникам, чтобы их пропустили туда отстаивать свою землю. Это, конечно, вот это патриотизм, его нужно поддерживать, и нужно, чтобы все-таки Россия не бросала своих союзников, а никогда армянский солдат не поднимет руку на Россию, и мы должны об этом знать после того, что пережила Армения. Но мы должны всецело оказывать поддержку и Армении, и Сирии. И в этом плане роль общественных наших организаций очень значительна. В свое время мы активно выступали на митингах за то, чтобы все-таки Сирии была оказана военно-техническая помощь, а не просто моральная. Мы во многом добились благодаря деятельности КПРФ, других политических партий и движений. Точно так же, как сейчас по Донбассу. Там действуют террористы. Надо принимать более решительные меры, вплоть до признания Донбасса и Донецка, ибо никогда они уже не будут брататься с украинцами, со своими убийцами, которые недавно расстреливали семьи, бросали бомбы на города и села, убивая стариков и детей. Совершенно понятно, что... А у меня такое впечатление, что мы где-то идем на сдачу, извините, складывается, потому что вот сейчас люди погибают, а в наших средствах информации там Соловьев кто о чем говорит? Всякие проблемы. А это проблема, которая еще не решена, проблема русского мира, проблема славянского мира, она где-то затухает. Спасибо за внимание.